На встрече с заместителем главы администрации Ленинского района Альбертом Гравиным собрались лидеры общественного мнения, старосты деревень, старшие по домам, руководство сельского поселения Булатниковское. Один из актуальных вопросов касался строительной компании «Гранель», законность действий которой была подвержена сомнению местных жителей. Около недели назад лопатинцы потребовали остановить вырубку деревьев. По их мнению, количество уничтоженных растений превышает разрешенные документации. Альберт Гравин разъяснил ситуацию. Я остановил эти работы по телефону, которые были, когда ситуация была нагнетена. Значит, по этому оврагу, когда пилились деревья, деревья высокие, падали как сюда, так и сюда. То есть его враг, часть деревьев, конечно, упала. Но сейчас, когда в понедельник я дал поручение БТИ, они выехали, отстреляли границы земельного участка, совершенно очевидно, что овраг, вот, который, он находится в границах, вот там, где это было положено. Альберт Александрович отметил, что администрация готова всегда идти на контакт с жителями и открыто рассказывать о своей работе. Это касается и разрушенного клуба в Лопатине, еще одного проблемного объекта поселения. Первое, нужно принять в собственность землю, на которой стоит клуб, а затем снести старое здание, сказал Гравин. Дальше мы выносим на обсуждение, Ирина Константиновна, общественности, что вы хотите там видеть. Район примет любое решение, которое нужно вам. Также был озвучен вопрос переселения из аварийного фонда. В рамках договорных обязательств застройщики передали 6 квартир, куда вскоре и переедут жители из старых домов. Но срочного переселения требует гораздо большее количество семей. В связи с этим главой района дано соответствующее поручение. То есть он усилить и подготовить предложение, как из этой ситуации выйти. Предложение может быть только одно – создать какой-то временный маневренный фонд. В ходе беседы были подняты и другие вопросы. Отсутствие в Дубровском детской площадке, обеспечение жителей села Булатниково водоснабжением и канализованием и другие. По каждой проблеме были даны разъяснения и обсуждены возможные пути их решения. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.